Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Міжнародний день здоров'я жінок – це день, коли потрібно ще раз нагадати жінці про те, що вона повинна слідкувати за своїм здоров'ям, вона повинна ходити вчасно до лікаря і, звичайно ж, займатися профілактикою. Про жіноче здоров'я будемо говорити сьогодні з лікаркою, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Заворотня, лікарка, гінекологиня і онкогінекологиня. Дуже рада бачити вас, пані Юлія, сьогодні у нашій студії. Взаимно, Юля. Очень символично приглашение сегодня в вашу студию в такой день. Поэтому спасибо вам за это. Спасибо, что не оставляете эту тему. Потому что, несмотря на то, что мы об этом говорим очень много, и нам кажется, и всем моим коллегам, что мы уже, наверное, ну, извините за такую аналогию, ну, сквозное отверстие всем в голове организовали, но, тем не менее, как показывает практика, недостаточно. Да, недостаточно. К сожалению, недостаточно, потому что ежедневно мы сталкиваемся с той патологией, которая может быть профилактирована. И только лишь потому, что женщины не осуществляют ежегодный визит к гинекологу, они потом сталкиваются с проблемой, которую уже приходится решать в условиях онкологического диспансера. Ну, це справді дуже складна ситуація, яка є у нашій країні. Я думаю, що це більше пов'язано, мабуть, з тим, що жінки налякані все ж. Мабуть, от та основна причина, чому вони не ходять або, можливо, немає часу. Що саме? На самом деле, це проблема не тільки нашої країни. Потому что если взять статистику, ежедневно, ежеминутно в мире регистрируется один случай заболевания раком шейки матки. Поэтому данная проблема свойственна не только нашей территории. Данная проблема насущна во всем мире. Но именно эта патология очень легко профилактируется. И профилактируется она единственным способом – регулярным осмотром гинеколога, регулярным контролем, осмотром, кольпоскопическим и цитологическим исследованием. И тогда женщина будет обезопасена от этого заболевания. То есть, если наши женщины не только думали про то, чтобы йти тільки тоді, коли щось болить, щось турбує, а приходили так, як це потрібно, так, один раз на рік. Все. Да. І цього було б достатньо. Да. Насправді, зараз от був період карантину, коли можна було знайти час і подбати про своє здоров'я, сходити до лікаря, якщо у вас раніше не було такої можливості. Чи збільшилась кількість ваших пацієнтів? Ну, в условиях онкологического диспансера мы консультировали только больных, у которых была уже выявлена патология. Но, тем не менее, работали поликлиники. И да, действительно, можно было осуществить осмотр, потому что появилось время. Но, к сожалению, этого не произошло. И вот сегодня в новостях вашего канала говорили о том, что в регионе за период карантина выявлено 920 случаев коронавируса на нашей территории. То есть это и мужчины, и женщины. Но давайте посмотрим на статистику с другой стороны. Период карантина – это больше 2 месяцев. Если разделить эти 920 случаев на весь период карантина, это менее 15 случаев ежедневно. Если мы говорим об онкологической патологии, то ежедневно регистрируется 30 случаев онкопатологии на нашей территории. То есть в нашей области ежедневно на учет в онкологическом диспансере берется 30 человек. И есть еще одна очень печальная цифра – 20 человек ежедневно умирает от онкологической патологии той или иной локализации. И это цифры, которые гораздо страшнее, чем коронавирус. Ось так, бачите, наскільки складна ситуація зараз є. Чи змогли би допомогти лікарі, якби жінка звернулась раніше? І завжди вони, мабуть, ставлять це питання собі і лікарям також. Да, безусловно. Онкологическая патология всегда может быть профилактирована, ну, в большей части своих случаев. И если мы говорим о раке шейки матки, то здесь профилактика – это самый действенный способ. И он всегда дешевле и эффективнее, чем любое самое современное лечение. И все очень просто. Но в какой-то период времени наши женщины переключаются на что-то или кого-то, что они считают, ну, главным,
основным приоритетным в своей жизни в этот период времени. Но они забывают об одном, что подарить что-то или отдать что-то можно из состояния здоровья и счастья. И поэтому в первую очередь они должны быть здоровы. И о себе забывать никогда нельзя. Поэтому ежегодный визит к гинекологу – это обязательно неотъемлемая часть жизни каждой женщины. Я всегда привожу этот пример, в вашей передаче уже когда-то мы об этом говорили, что раз в 3 недели посетить мастера маникюра или раз в месяц посетить парикмахерскую – это норма. Вже норма, так. Это норма. Мы без цього не можемо. А вот к гинекологу нужно обратиться всего-навсего 1 раз в год для того, чтобы убедиться в том, что вы здоровы. Взагалі, така практика диспансеризації, диспансерного огляду, вона була колись розповсюдженою. І навіть вимагали, були такі вимоги, коли від кожної людини треба було надати справку, так, довідку про те, що вона була на огляді у деяких фахівців. Так? Ну, тут можна сказати основних, так, скільки там 10 їх, можливо, було. Так? І якраз лікар-гінеколог – це теж обов'язковий лікар, до якого потрібно було прийти на огляд. Все це було заплановано і все це виконувалось. Тепер, зараз, на сьогоднішній день, це все перекладено на плечі самої людини. І якщо вона дбає про своє здоров'я, вона буде це робити. Якщо ні, то чи можна заставити людину? Звичайно ж, не заставиш нікого. Але потім може бути пізно. Да, безусловно, невозможно человека заставить быть здоровым, если он сам этого не хочет. Поэтому, если говорить о принудительных профосмотрах, то я могу вам сказать из опыта более 20 лет своей работы, что зачастую наши женщины покупали данные осмотры и все равно не проходили. Осмотры. И а почему? Это... Ну, купили вони так огляд, але ж... Потому что элементарно нет культуры отношения к собственному здоровью. Нет осознания того, что внешняя красота – это ничто по сравнению с тем, когда имеются патологические изменения во внутренней красоте. И если говорить о раке шейки матки, то на начальных стадиях он происходит протекает абсолютно бессимптомно. Угу. Поэтому, когда пациентки приходят и говорят, да, я не посещала достаточно длительный промежуток времени, но меня ничего не беспокоило, и было все хорошо. То есть то, что пациентку или любую женщину ничего не беспокоит, это еще не говорит о том, что у нее действительно все хорошо, и она здорова. Ось так, а кажуть, потім щось знайшли. Тут лікарям тільки до них треба потрапити, і вони обов'язково щось знайдуть. Немає здорових, так? Є недообстеження. Да, ось є така думка, що обов'язково щось знайдуть. Але ж це добре, що знайшли, і що ви тепер маєте змогу пролікуватись, і будете здоровими в майбутньому. Да, безусловно. І ви знаєте, ну, що-то знайшли. Очень часто бувають казуїстичні случаї, коли в кабинет к гинекологу пациентку приводят ну, какие-то абсолютно не связанные с гинекологической патологией вещи. Кто-то заболевает банальным ОРЗ. И семейный врач настолько принципиален в подходе, что говорит, я не выдам больничный лист, пока вы не пройдете гинеколога. И женщина вынуждена в этой ситуации. Она, конечно, очень зла на данного семейного врача, она считает, что ущемлены ее права, но после визита к гинекологу оказывается, что у нее выявлена предопухолевая патология шейки матки. И в таких случаях я всегда пациенткам говорю, подумайте о том, вот насколько вы в тот момент, когда вас вынуждали пройти этот осмотр, негодовали, и что вы думали об этом докторе? А на самом деле только вот такая принципиальность врача позволила выявить предопухолевую патологию и обезопасить вас от возникновения рака шейки матки. И вот здесь женщины задумываются, ну, есть те, которые благодарят потом впоследствии докторов за такой принципиальный подход, есть те, которые молчат, но тем не менее даже каждый конкретный вот такой вот случай, он позволяет обезопасить женщину, профилактировать возникновение онкопатологии. Но до тех пор, пока наши женщины не осознают, что только в их руках их здоровье, и только они могут влиять на эту ситуацию, вот таким своим принципиальным, который должен быть сформирован принципиальный подход,
на профилактику возникновения, в частности, рака шейки матки. Да, в принципе, и любой другой патологии, которая возникает, потому что ну, нет отношения вот такого, чтобы понимать, да, ежегодно, в определенный промежуток времени, каждая женщина осуществляет вот такую вот диспансеризацию для того, чтобы понять те или иные проблемы, потому что очень много сопутствующей патологии, которая тоже является факторами риска по возникновению той или иной онкопатологии, об этом тоже не нужно забывать. Есть масса факторов риска, и ожирение, и метаболические изменения, и сахарный диабет, и гипертоническая болезнь. И вот такие вот вещи, казалось бы, которые, ну, где онкология и где гипертония? Но это все факторы риска по возникновению онкологической патологии той или иной локализации. Ну, вік, можливо, теж з часом. Возраст, да, безусловно, возраст, да, безусловно, но тем не менее, онкопатология молодеет, и рак шейки матки, в частности, молодеет. Поэтому мы неустанно об этом говорим. И опять-таки, я хочу вернуться к тому, да, с чего начала. Это проблема, которая есть во всем мире. Потому что каждую минуту регистрируется онкологическая патология шейки матки. Ну, від чого найбільше, пані Юлія, від чого найбільше трапляються отакі от серйозні захворювання? Що впливає? Це екологія, чи це харчування? Що саме може вплинути? На самом деле факторів дуже багато. І режим питання, и экологические факторы, и наследственная предрасположенность – это все играет свою роль. Но неустанно говорим о том, что всегда это можно профилактировать. Если мы говорим о раке шейки матки, то рак шейки матки напрямую связан с наличием папилломовирусной инфекции. То есть чем раньше девочки начинают половую жизнь, тем раньше они потом имеют возможность столкнуться с предопухолевой или опухолевой патологией шейки матки, потому что физиологически, то есть естественно, на шейке матки эпителий, который хорошо принимает на себя папилломовирусную инфекцию, мужчины являются носителями этой инфекции, они не болеют, это бессимптомное заболевание, но тем не менее в последующем это может приводить к опухолевой патологии. И об этом не нужно забывать, потому что молодые девушки зачастую, живя половой жизнью там, с 13, 14, 15 лет, к 18 годам уже с предопухолевой патологией вынуждены посещать онкогинеколога. Потому что их ничего не беспокоит, у них нет никакой симптоматики. Это не воспалительный процесс, который будет проявляться теми или иными клиническими симптомами, которые могут беспокоить пациентку. Это бессимптомный процесс. И может быть он вовремя выявлен только ежегодным визитом к гинекологу. А коли вже будуть проблеми, це вже скільки повинно пройти часу, коли людина вже зрозуміє, що ну, точно треба звернутися саме з цією проблемою? Ну, статистически очень большой промежуток времени может проходить. 10-15 лет иногда может быть вот этот период от момента развития предопухолевой до опухолевой патологии. Но это не говорит о том, что женщина может успокоиться, поэтому... Ну, не, ну все одно, а якщо раніше вона прийде, вона ж буде знати, які в неї проблеми, конечно, і зможе їх вирішити, от що найголовніше. Да? З приводу того, як проходити диспансеризацію і взагалі огляд, які є правила, що жінці треба зробити для того, щоб прийти, от вчасно, ми зараз практично будемо говорити, якщо жінка вже вирішила, вже знайшла час, вже зібралася з думками і вже хоче піти до лікаря. Який кращий період часу? Чи це, можливо, осінь, чи зима, чи є різниця? Чи літо? Чи коли зручно жінці? Ні, временний проміжуток ніяк не зв'язаний з сезонністю. Тому тут основне – це бажання жінки. І якщо ми говоримо о візиті к гінекологу, то за 3-4 дні до візиту к гінекологу – це відсутствие полової життя, це не введення ніяких антисептичних препаратов, может быть, каких-то свечей, потому что при осмотре это помешает адекватной оценке. И, соответственно, если мы говорим о взятии материала на мазки на флору или цитологическое исследование, это тоже может смазать картину, поэтому для того, чтобы иметь объективные данные, вот необходимо соблюдение таких ограничений.
Один лікар вирішує проблеми переважно, так? Тобто не потрібно звертатися, наприклад, ще до якихось фахівців. Чи це тільки у випадку, якщо в людини не одна проблема, а ще є і інші, які пов'язані з нею? Ну, если мы говорим о профилактике рака шейки матки, да, то визит к гинекологу этого будет достаточно. Если доктор, который вас консультирует, заподозрит еще наличие у вас каких бы то ни было проблем, да, он даст вам рекомендации о том, что необходимо вам сделать еще. Потому что если мы говорим о ежегодном профилактическом осмотре, то в объем обследований, рекомендованных женщине, это УЗИ молочных желез женщинам до 40 лет, после 40 лет это маммография. Тобто ось жінка повинна бути готовою до того, що їй потрібно буде зробити в цей проміжок часу. Да. І потім вже будуть результати, так, це за день чи за два, там коли? Ну, в зависимості від того, який об'єм обслідування буде определен, ну, як правило, в течение недели пацієнтка може справитися з усім об'ємом обслідування, отримати вже об'єктивне заключення у доктора о состоянии собственного здоров'я. Ну і найголовніше, це який же відсоток тих жінок, які вилікувались. Хочеться почути від вас цифри і дані, щоб жінка знала, що вона обов'язково буде не лише профілактованою, так, а вона ще, якщо навіть станеться з нею якась проблема, то ця проблема може бути вирішеною. Ви знаєте, якщо говорити о статистиці, я думаю, пацієнток, які, как они любят говорят, боятся, да, онкопатологии, больше бы, наверное, интересовала не статистика. Потому что, если привести пример вот статистических данных, да, в 90% случаев результат позитивный, там, или в 99% случаев, если мы говорим о предопухолевой патологии шейки матки. Для статистики это очень красивая цифра, 99%. Ну, это же хорошо, пациентки всегда отвечают «да». Но вот той одной женщине из 100 абсолютно все равно, что у 99 других все хорошо, потому что у нее, у одной любимой, может быть вот такая проблема, которая окажется неразрешимой. Поэтому, да, безусловно, если пациентки сталкиваются с онкологической патологией, возможности нашей современной медицины позволяют максимально эффективно воздействовать на ту или иную патологию. И всегда мы применяем все наиболее современные методы лечения, потому что лечение онкологических заболеваний осуществляется согласно протоколам, которые во всем мире одинаковы. Угу. Поэтому и у нас, и за границей мы лечим одинаково. Но для того, чтобы не испытывать вот этот стресс от лечения серьезной патологии и от осознания того, что есть эта проблема, нужно вовремя позаботиться о себе любимой. Осуществить раз в год визит к гинекологу. Я, наверное, уже сегодня несколько раз это повторила, но это не потому, что хочется, ну, не хватает, да, каких-то аргументов, а это только лишь потому, что хочется донести. Вот осознай, чтобы каждая женщина осознала, что все только в ее руках. И еще же, знаете, как жінки, якщо вже знають, що там, наприклад, онкологія, так, то вони думають, що десь за кордоном можуть їх пролікувати, і там буде ефективніше. Я ось теж хотіла запитати вас наостанок вже, чи є все для того, щоб можна було пролікуватись у нашому місті? Фахівці є у нас, так, ми всі знаємо, що є достойні фахівці, але чи все є, чи є ті засоби, якими лікують людей, ну, жінок, зараз ми говоримо про жінок, звісно ж, так, чи все буде так, як це потрібно, щоб жінка була впевнена, що і лікування, і потім після лікування той же процес, з яким їй доведеться жити, він теж пройде для неї безпечно. Право пацієнтки лечиться там, де вона посчитає нужним. Но если говорить о возможностях и о том, какие методы мы используем, и какой объем лечения получают наши пациентки, они получают его максимально тот, который показан при той или иной локализации и согласно всех современных методов, которые используются во всем мире. Но единственный нюанс – всегда нужно помнить, и мы всегда пациенток об этом предупреждаем, мы никому не можем гарантировать стопроцентное достижение эффективного результата. Поэтому со своей стороны мы, доктора, выполняем все, что может быть применено
и даем те рекомендации, которые могут привести к положительному результату. И мы всегда настроены на положительный результат, потому что это результаты нашей работы. И мы очень часто радуемся положительным результатам лечения своих пациенток, наверное, даже больше, чем сами пациентки, потому что мы видим, ради чего мы работаем. Но еще раз говорю о том, что профилактический осмотр – это всегда более эффективно. И тогда нет необходимости задумываться о том, а так ли лечат на территории Украины или Днепропетровской области, в частности, как и во всем мире. Поэтому… Дуже дякую вам, пані Юлія. Насправді, багато разів ви проговорювали про те, що потрібно звертати увагу на своє здоров'я. Саме в такий день, ще раз, треба нагадати нашим дорогим жінкам, вони повинні любити себе. І якщо справді жінка любить себе, вона розуміє, для чого їй потрібно той профілактичний огляд, вона все буде робити для того, щоб бути здоровою і приносити радість усім своїм оточуючим. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо ще чекати вас тут у нас, ну, а сподіваємось, що жінки будуть здоровішими і у вас буде менше пацієнтів. Очень бы хотілося, на самом деле. Я всегда говорю о том, что когда-то обязательно, я в это верю, что наступит момент, когда у меня и у моих коллег станет меньше работы. А это случится только тогда, когда наши пациентки или все наши женщины начнут любить себя и поймут, что любовь – это не из состояния, то есть это не об эгоизме, а это именно о том, чтобы дарить радость тем, кто любит тебя, тем, кто окружает тебя. И в таком случае вот этот обмен этой радости, он будет нескончаемым, и это позволит жить значительно интереснее, потому что я считаю, что в жизни у каждого человека есть масса чего-то неизведанного, чего хотелось бы реализовать, и визиты в онкологический диспансер – это не самое яркое впечатление, которое может быть. Поэтому хотелось бы пожелать нашим женщинам ярких, положительных впечатлений. Юлія Заворотня, гінекологиня, онкогінекологиня, була сьогодні в нашій студії. І ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.